Благовещенец, я Белоснежка, только никому. Я к вам специально из сказки приехала, за подарками. Всех гномов растеряла, вон последний остался. Нет, ну ты посмотри, Благовещенец, какой поганец. Я его сейчас поймаю, и мало ему не покажется. У меня такое дело важное, подарки. А он сбежать надумал. Гномик, без меня и подарков ты в сказку не вернешься. Давай, гном, ты делаешь подарки мне, а я всем остальным друзьям из сказки. Золушке я подарю вот такие цветочки. Это азалия. Она девушка хозяйственная, поливать ее и опрыскивать будет часто. Так, азалия цветет круглогодично. Еще ее неплохо ощипывать 3 раза в год, чтобы растение самообновлялось. Ой, упала. Кто там? Кто? Гном, не мешай мне, когда я дюймовочке подарок выбираю. Ей презентую орхидеи. Она такая маленькая, а они такие высокие цветочки. Эта красота лучше себя чувствует в тесном горшке. И когда ей листики протирают через день, тогда они не будут желтеть. Гномик! Чё? А, ничего, вон родственники тебя зовут. Пацанчики, я вам сейчас все про нее расскажу. Иди отсюда! Ты не жалуйся, а лучше мне чего-нибудь подари. Тем более я себе розы кустовые присмотрела. Розовые... Вот эти хочу. О, розовые розы, бело-белоснежки. Сейчас допишу еще, пойду сейчас. Недоделанный ты мой. Не время расслабляться, время дарить розы русалочке. Для нее это диво дивное. Надо научить ее продлевать жизнь этой красоте. Розы простоят дольше, если в вазе растворить 0,5 таблетки аспирина и подрезать стебель косым срезом. Обязательно под водой, чтобы воздух не проник в сосуды стебля. Вот Мишка будет у меня за 1-го гномика, зайчик за 2-го гномика, а собачка за 3-го гномика. Ну а ты за всех остальных вывозить будешь. Обожаю этот мультик. Вот такие подарки я никому не отдам. Уж больно зверята мне приглянулись. Они мне прослужат верой и правдой долго, если поливать их правильно. Цветочек из макушки достаем и вот туда льем воду. Флористическая губка впитает ее без остатка. Хранить зверят я буду в прохладном месте, например, на подоконнике. Ну а летом в тенечке. Ну и последний мой тебе подарок, Белоснежка, олицетворяющий тебя всю. На! Как мило, жаба! Ты думаешь, это смешно? Почему все в сказке нормальные? А что, никак... ты орешь на меня? Подумаешь, взяла костюм в драмтеатре. Че, думаешь, что всем Белоснежка прям? Че ты палишься? Все, каюк сказки. Я ухожу. Ну, хотя бы так. Вот и сказочки конец. Послушал Дарью Дежурную по рубрике, тот молодец.